Если вы наберете очень много лайков, реально просто вот так вот будете много лайков ставить, я куплю вот эту пушку, куплю вот этот гранатомет, куплю вот этот вот армор и куплю вот этот вот лазерный меч. Ребята, может как бы мы задонатим? Ребята, тихо. Так, там идет война, надо очень аккуратно пробраться в логово к солдатам, видите? Ребят, очень аккуратно проходим. Смотрите, там солдаты. Надо их обойти. Вот наш танк стоит тут. Его взорвали. Гонщик нелегальный. Едешь на всей скорости. Профессиональный. Нет тебе покора носи. Гонщик нелегальный. Едешь на всей скорости. Ребят, идем. Фух, очень страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Сначала надо кинуть туда гранату, ребят. Кидаем гранату. Все, уходим. Там все взорвались. Это спецназ. Быстро, руки вверх. Так, всерываем. Граната, еще одна граната, давайте, полетела. О нет, все, они там за мной побежали, все, это капец. Спецназовская граната, все, убила еще одних. Давайте дальше их обстреливать, зачищаем. Надо вот этого генерала убить. Элит-командер, быстрей, я кидаю под себя гранату. Такс. Ребята, граната взорвалась. Там вроде никого нет, если что, с пистолетом. Ну ладно, мы его вроде убили, этого командира. Ну все, мы зачистили зону. Все, я теперь тут как бы король. Все, тут никто не пройдет. Все, я тут могу всех убить. Я думаю, нам надо какую-нибудь оружку прикупить, то мой вот этот вот миниган очень плохо справляется. Поэтому я думаю, надо прикупить себе оружку и новую гранату. Новую гранату надо себе купить. Смотрите, вот такой вот гранатомет. Давайте его покупаем, как бы все. У нас есть вот такой вот гранатомет. Нифига себе, тут 6 патронов, как бы все. Смотрите, сейчас мы всех тут расстреляем. Бам. О, смотрите, офигеть. Вот так вот, никто от нас не убежит. Все. Бам. Так, перезаряжаемся. Все, окей, вставили патроны. Теперь надо стрелять. Вот в этот танк. Блин, этот танк реально очень сильный. Его лучше обходить тогда. Блин, я даже не знаю, как нам его пробить. Но вот эти вот точно очень хорошо убиваются. Все, ребят, я уже здесь. Ой, танк на меня стреляет. Так, взрываем одного солдата. Все, окей. Перезаряжаемся. Перезарядка. Стреляем вот в этого. Конечно, гранатомет не очень. Ну ничего, нормально. Гранат, конечно, получше была, но зато у него 6 патронов. Бам. Все. Этого мы оглушили. Теперь он у нас не нападает. Теперь этого мы оглушаем. Теперь прям туда стреляем. Раз, два. Все, вот так вот прям. Хорошо, мы, конечно, туда зарядили. Теперь сюда. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. О, все, вообще всех выносим. Так, не понял. Ты что тут делаешь? Все, ты попал. Все, под раздачу ты попал, все как бы. Все, да. А ты что тут делаешь? Что тебе, не имеется, что ли? Такс. Всех обстреливаем. Ну все, они тут уже все, оглушены полностью. Я теперь тут король. Меня теперь никто не убьет. У меня уже 50 миллионов я с них заработал. У меня там разные ценные оружия. А я их убиваю. Обстрели, солдат. Все, давайте, раз. На мушку тебя. Все. Ну все теперь. Я миссию выполнил. Поехали в будущее. Ребят, чтобы войти в войну, нужно заплатить 35 миллионов долларов. Как бы у меня эти деньги есть, вообще просто легко. О, смотрите, какой пацанчик тут уже как бы. С такой снайперкой, с таким, как бы, знаю, что такое. Армором. Да. Так, сколько тут пистолет стоит? 40 лямов, а самый крутой 400. А тут какая пушка есть? Нифига себе, тут пушки. Так, ну что, давайте тогда, ребят, если вы наберете очень много лайков,
реально просто вот так вот будет много лайков ставить, я куплю вот эту пушку, куплю вот этот гранатомет, куплю вот этот вот армор и куплю вот этот вот лазерный меч. И, ребят, все, да. О, тут реберст еще есть какой-то. Нифига себе, что это за реберст? Ну-ка. Ага, опа, смотрите, сколько тут. Х300 монет. 500 миллиардов стоит. Офигеть тут. Х1 монет. 800 миллионов что-то стоит. Офигеть тут, конечно. О, смотрите, какие корабли летают. Так это реально какое-то будущее. А это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Ладно, окей. А корабли, если подстрелить, что, ничего не происходит. Окей, ты кто такой? О, смотрите, вот пацан, мы пошли с пацаном, короче, зачищать. Мы зачищаем с пацаном все вот это вот. На него реально все просто бегут. Смотрите, мы танк убили. Реально все бегают, просто капец какой-то, мы врываемся как бы. Вообще классно. Такс, убиваем его, убиваем. Что он здесь оказался? Я не понял. Окей. Чё вообще за дичь в этой игре происходит? Так, ладно, дальше прорываемся, как бы. Окей, здесь уже получше ситуация. Хотя нет, все равно лагают монстры. Очень печально. Разработчики, мне кажется, что-то сделали. И теперь они как бы просто не работают, эти NPC. Такс. Не стреляйте в меня. Такс, я пошел. Встану в свое любимое место. Это вот за этот флаг. Смотрите. Так вот. Ой. А, вот, все, я на троне сел. Все, до свидания. Да, сейчас я буду вас стрелять. Все, а как вы думали? Офигеть, меня завалили. Офигеть, смотрите, какой у нас год уже. Я... 2285-м я умер. Это реально очень жестко. Такс. Ребята, может, как бы мы задонатим? Тут цены так-то недорогие. Давайте посмотрим, на что можно задонатить. Я бы хотел какую-нибудь себе гранату. Ну, 135 миллионов. Еще на что можно... Сотка, ну, не знаю. Ну, давайте, ладно, задонатим. По 19 робуксов два раза. Как бы я хочу себе купить бомбу. Так, 50 миллионов. Давайте еще 50 миллионов покупаем. Еще. Давайте еще купим. Я хотел бомбу купить. Давайте, короче, 200 миллионов. 200 миллионов просто идеально. Так, давайте еще. Я просто не могу остановиться сейчас. Давайте, быстрее. Дайте мне деньги. Я хочу купить, ну дайте, пожалуйста. Так, еще раз пробуем. Я подождал немного. И. Нет, ничего не работает. Ладно, будем довольствоваться тем, что есть. Окей, давайте купим тогда. Так, нам хватит. Но я думаю, сейчас накопим еще 30. 135. Блин, я бы хотел вот бластер. Блин, ну мне тут это еще долго покупать. Армор я не хочу покупать, а вот гранату я хочу. Давайте 35 миллионов, я думаю, надо накопить. О, пацан пишет, что танк вообще неуничтожаемый тут. Ну, я не... согласен, но для меня сейчас вот эти вот штуки неуничтожаемые. Так, давай, взрывайся. Бам! 270 тысяч! А, нет, это 2 миллиона! Ой, ну все. Я просто с одного такого челика получаю по 2 лямчика, как бы это вообще нормально. Мне так кажется. Так, вот еще. Смотрите. Аккуратно. Опа, еще одного завалили. Так. А что на меня бежим? Что такое? В чем типа проблемы? Смотрите. Вокруг бомбы хотите походить? Блин, не ходите, пожалуйста, за мной, мужичочек. Так. Давайте мы с вами разберемся потом, как бы. Я не знаю, ну стойте, подождите, ну не надо. Все, я же бросил вам гранату, смотрите. О, все. Хорошо, смотрите, пацанчик тоже бежит. Кидаем гранату сюда, и все, смотрите, сейчас все взорвется. Так, ну что? Офигеть, я заработал 19 миллионов за один такой выстрел. Так, меня убили, но это оправдано. Поэтому сейчас мы купим новую гранату. Так, поехали. Да, сейчас мы купим вообще реально топчиковую гранату. Вот такую вот. Все у нас. Как она называется? Black Hole Bomb. Если вам реально понравилась эта игра, ребята, поддержите меня лайком, подпиской.
Но если вы хотите продолжение, напишите в комментариях, что я хочу продолжение, это же очень интересная игра, давай быстрее продолжай, крутой. Вот так вот, напишите и все как бы. Я начну продолжать. Поэтому, ребята, всем пока!